Они знают все дорожные знаки наперечет, хотя пока ни разу не сидели за рулем автомобиля. Могут оказать первую помощь и попасть в цель из лазерного автомата. 460 детей участвуют в районном слете юных инспекторов дорожного движения. Проекту уже 45 лет, и в Щелковском районе он неизменно пользуется популярностью. Слет ежегодно проходит на территории центра «Лесная сказка» при поддержке Комитета по образованию Щелковского района, Межмуниципального управления МВД России «Щелковская» и 4-й роты 2-го полка ДПС «Южный». Дети получают знания правил дорожного движения, умеют ориентироваться в различных сложных ситуациях на дороге, знают дорожные знаки. Каждый год у нас отряды не уменьшаются, только увеличиваются. Ведется активная работа инспекторов ОГИБДД. Основные критерии конкурса – знание правил дорожного движения и навыков безопасного поведения на дорогах. В программе и теория, и практика. Среди заданий – фигурное вождение велосипеда, расстановка дорожных знаков, оказание первой медицинской помощи. Были ошибки, но мы их исправим. Будем учить знаки. Мы узнали то, что предупреждающие знаки никогда не ставятся именно где пешеход. Они стоят, то есть, дальше от пешехода, ну, то есть, предупреждают. По итогам прошлого года на территории обслуживания Щелковского ГИБДД зафиксировано 10 ДТП, во время которых пострадали в том числе и дети. Одна из основных причин – нарушение правил дорожного движения. Помимо того, что они сами изучают правила, они еще выступают перед начальной школой, в детских садах организуют выступления гидбригад и призывают остальных изучать правила дорожного движения. В слете приняли участие ученики общеобразовательной школы с 4 по 9 класс, по 12 человек в команде. В течение всего учебного года они постигали теорию, выполняли задания. Теперь итоговый экзамен. Лучшие команды отправятся на областной слет. Марина Позднякова, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».